Согласен. Вы ожидали такой? Ну так капитализм работает. Я попью ананасовый сок, полчасика подождем. Ага, отлично. Это камера. Hello, people! Вы на канале DaAndrew. Это новый видос. У меня новый гость. И вы его еще ни разу не видели, потому что этот человек живет на притонах. Новый выпуск «Умею, не умею». Только у нас будет битва, так скажем, между барменом и просто заядным алкоголиком, который любит выпить. Вот, в общем, окей. Будет всего три коктейля. Угу. Это пина колада. Так. Классическая. Тысяч. Белый русский. Белый русский, окей. Легко. Да иди ты нах. Черный бархат. Опа. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Суть в чем, надо более-менее приблизиться к оригинальному рецепту. То есть вот как он вот есть изначально. Как написано. Его правильно готовить, как его правильно делать и как прочее, прочее. На сайте Международной ассоциации барменов. Как в Библии барменов. Как в Библии. С чего начнем? С какого коктейля? Какой тебе больше нравится? Мне похуй, у меня будут рецепты. Ну давай тогда ты решай, потому что раз у тебя рецепты... Окей, поэтому... тогда будем готовить, начнем, да, с белого начнем русского. С него тогда, да. Так, у меня есть лед в морозилке, надо достать. Ооо, мадок! Хорошо, о-ка. Хорошо. Так, а кофейный лик... Ба-за-р-р. Бляха. Ну что-то ты много взял, да, столько не нужно, наверное. Ну-ка давай, это... Ну да. Все мешается один к одному и к одному. Там всего три ингредиента. Это водочка, это сливки, которые подрезали, и кофейный ликер. Чем лучше кофейный ликер, тем лучше. Можно быть первым. Но у нас нет кофейного ликера, поэтому у нас будет кофе. Потому что мы вообще без алкоголя здесь. Да, мы без алкоголя. Сливки это как бы не вода. Да, это вода обычная. Да, мы просто, у нас же образовательный контент. Телеформат представляет. Знать все на свете нереально, но я мечту свою лелея решил проблему гениально. Я подключаюсь к Галиле. Да, надо еще льда. Ну и что у нас получилось? Че, хочешь сказать, вкусно? Ну, можно даже, наверное, так. Чё за хрень? Когда я твой попробую? Ну объективно, вот я все, я сделал вот 30, я вообще даже не ебался. Ну смотри, если кофейный ликер, то там же кофе, то даже еще водочки надо было добавить на минус. А, ну да. А, ну бля, ликер. Ну да, получается, что так. Поэтому он и водянистый, у тебя там тупо водка, кофе и это. Ну, не, у тебя... я даже водки не чувствую. Приходите вы в бар, и заказываете коктейль какой-то, а он ебать закидывает там 500 рублей, да нихуя не стоит. Ну да, пошел я нахер. Ну так капитализм работает, блядь. Ну а как, ну не мы виноваты, как бы жизнь такая. Да, просто это, еще скажешь, страна такая, да, небось. Страна, да, Путина очень хорошо мы любим и ценим, бачим. Следующий у нас коктейль, значит, оригинальный рецепт пинаколады. Пинаколады, хорошо. Так, я могу его попробовать озвучить, могу не озвучить. Ну, значит, туда идет у нас кокосовое молоко, либо кокосовый ликер, то, что здесь кокосовое молоко, это вообще отлично. Ром, апельсиновый сок. И сливки, в принципе, тоже туда еще нужны, потому что у нас кокосовое молоко. Все, в принципе. А, ну и сахар. Да, сахар обязательно. Ебни опять сахар, у тебя было просто сладче. Но я подожду, пока ты начнешь делать. Ага. Но мне просто интересно, что ты вообще будешь делать. Я буду пытаться открыть сейчас эту херню. Технологии. Типичные барменские технологии. Давай ты откроешь, а я пока другое сделаю. Спасибо большое. Отлично. Так, нам нужен опять лед, который я за каким-то хер... Блядь, дебил. Начнем мы с рома, которого нужно ровно столько, сколько здесь. Уверен? На самом деле везде по-разному все это зависит очень от заведения. Но есть оригинал. Нет, есть оригинал, конечно, оригинал есть. Оригинал присутствует и так далее. Его можно открыть, посмотреть. Но такая возможность есть. Молоко. Его нужно... Бать, а что оно такое густое?
Это точно... Это кам, братан. Это реально на вкус как кам? Как моё. Бро. Ну хорошо питаешься? What are you doing, stepbro? В России живём, хорошо живём. Лёд подставляет нас, он течёт при виде нас. Кстати, что-то у тебя не дозаморожено. Ну, я только сегодня его поставил. Сегодня? Ну да, 2 часа 4. Хуёво. 2? 2 или в 4? 14. В 4.20. Хорошо, да, хорошо, да, хорошо, да. Ну, в голове. What the fuck? Ничего себе. Ничего не осталось, ну ладно. Непонятно. Вот я тоже не понимаю, ну-ка давай поменяемся, давай сравним. Ты ебанушка! У тебя получше, да, будет. Тут я как бы согласен. Вы ожидали такой? Просто напряжёнка, один-один. Типа, MLG, Free System, Old School. Если кто-то помнит такие мемы. Ну, кстати, ну нет. Это же всё в муляжи, футажи, как бы. Ну да, я просто стою с пустыми руками на самом деле. Соответственно, да. Соответственно. Ну вот, смотрите, это же, я же говорю, монтаж. Потом, да, стакан убираешь, склейка и стакан обратно, типа. Ну и стерео обратно, типа, погнали дальше. Ну, в общем. Так и оставим в итоге. Так оно и будет, блядь. Ну вот это прям кал вообще. И такой с удовольствием. Есть идеи, что вообще такое черный бархат? Не, ну пиво мы еще не использовали, и шампанское, да? Явно они стоят здесь не просто. Согласен. Для того, чтобы мы после видео как бы замечательно бахнули все это дело. Да, мы за ЗОЖ как бы ходим в зал, ну кроме вот этого, блядь, холодца. Я просто хожу. Поэтому, скорее всего, туда идет шампанское, пиво. И, наверное, на этом все, но, скорее всего, не все. Нет, не делай! Саня, не надо, не надо! Хорош. Ладно, там игристое вино и портер. А, пиво с игристым. Я дам подсказку, надо юзать вот это. Я потерялся. Ну, то есть, я типа должен, как бы... Баба-баба-баба-боба. Баба-баба, что это? Типа лить по этой херне, а как я буду его лить по этой херне, чтобы что? Она не должна смешаться, да? Вообще кофе, да, ебучий. Это из-за кофе все. Я вам отвечаю. Скажите, когда остановиться. Ты... Ну, давно уже пора будет, уже давно течет. Ну давай, покажи мастер-класс. Да я ебаную. А. Это вот у тебя она, конечно, красивое стекло, так. Что если я буду лить вот так же? Что за хуйня? Вот это контент. Ну так я скажу. Странная тема на вкус. Честно? Вы видите, как это вообще... Не, ну это то, что должно было быть. Да, вот это, конечно, правильно, явно. Блин, прикольно. А как это пить, я не знаю. Ну, наверное, размешать. Ну, короче, смотри, я читал, есть два варианта, так, как это можно поговорить. Первое, это некоторые наливают вот так вот, ну, подают. А кто-то прям сразу туда шампанское, оно, короче, сразу смешивается, впенивается и сразу залпом выпивают. А, то есть, типа, как у меня, типа, получилось, но я, типа, уже... Ну да, только у нас большой, как бы, объем получается. А, это шот изначально? Нет, это не обязательно шот, типа, просто вот тут, ну, есть же такие, кто и бутылку выжрет. Ну, наш оператор. Ну да, передай. И вот этого, да. Ну да, пивочку. На. Портер санина, шампанское санина. Вообще все изначально, все, что мы здесь придумали, все санина. Все санина, да. Короче, просто история такова. Это, короче, придумали в 1800 каком-то там году, так, когда умер какой-то там принц Чарльз или кто-то такое. Блять, это не так давно было. Ну нет, это я имею в виду, вот тогда был какой-то еще принц Чаминг, может. Принц... Принц Каминг. Принц Каминг такой. Пишет себе на средневековой орбите. Бля, карету продаю, хорошо, давай, переводи мне. 5000 золотых. Тебе присылают гонца с 5000 золотых, а с кареты, бля. Только голова его возвращается такой...
Заскамили, блин! Его же звали принц Скаминг! Точно, блядь! Нет, это не значит, что его не нужно заказывать, если вдруг вы увидите черный бархат. Может, кому-то нравится. Может, Портер... кому-то просто сделают нормально, а не так, как мы. Ну да, да, да. Может быть, проблема в том, что типа у нас исходный материал не очень дешевый. Ну, может, просто... Не очень дешевый. Что, блядь? Не очень дорогой, наоборот. Поэтому, если это будет нормальный Гиннес какой-нибудь и хороший брют, то, наверное, это будет на вкус не таким говнищем. То есть надо было брать Гиннес, да? Ну, надо было про пчел, да. Про пчел, да. Про пчел. Вот теперь норм. Вот черный бархат. Ну да. Ну слушай, ну тут провод. Ну все, 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 победа. Ну что? О как, вот так. Давай, давай сейчас. Я попью ананасовый сок, полчасика подождем. Ага, отлично. Всем привет, заключители Ровно. Сейчас мы делаем наказание для нашего нового гостя. Сейчас мы сделаем коктейльчик, он выпьет. Сейчас мы сделаем коктейльчик, который я не знаю, как пока будет делаться. Так. Немножко водочки. Для блатной походочки. Пивка для рыбка. Сливки, шампанское, сахар, настойка, соевого соуса и ананасовый сок. Без портера? Борьба была честной? Честная, абсолютно честная борьба. Я не напробую никогда, я всегда выигрываю. Спасибо. На вкус как дерьмо, блядь. Ты по... Нет, спасибо. Все в каме. Все в каме, получается. Получается так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. 4 слова всего. И все. И следующий ролик совсем скоро, буквально вот... Когда-нибудь... Ну, неделька, подождем. Ну, подождем. Да, надо подождать, надо время контент делать. И все. Все, всем спасибо, всем пока. Пока-пока.